Братьями Беспалыми, это что-то нереальное. Я... Е-бой! Ставлю ставки, дойдем до машины или нет? Подсосали мы хуй. Йоу, ребят, и всем привет, и мы с Мартином Шершнем в лифте, и мы сейчас едем кататься с Братьями Беспалыми. Это что-то нереально, я раньше смотрел их обучалки вместе с Вовой 360 Hard 3, и сейчас мы едем уже вместе с ними делать это. Сейчас мы на 12 этаже, свет погас. Что-то мне не нравится это при том. Да, первый надо. Свет погас, сейчас, в общем, едем в гавань или куда едем? Едем в гавань прямо сейчас, ребята, раскатываться, а потом с ребятами жесткий катать стрит. Жесткий катать стрит, я уже снял себе два кадра для видоса Волчиста. Я приехал в Киев повисеть с этим штемпом и еще поснимать видосов для Волчиста. Уже два кадра сняли, сегодня еще надо снять пару кадров, и уже смонтирую себе видосик, и все будет топчик. Так что мы летим в гавань, а вы все смотрите. Году на основании этого гитариста. Нет, в Киеве классно. Продолжаем лето. 5 сентября, здесь плюс 30 сейчас. Едем на речку Донецк сейчас купаться, если что. Ты староста? Да. Ты пиздюка, не староста. Приехали в скейт-парк Гавань, и мы спросим Мартина Шершня, что он думает об этом скейт-парке. Парк отличный, лично я одобряю приехать сюда, но приезжайте лучше через полгодика, даже вот через недельку буквально, когда будет полное мясо, новые фигуры. Жестко. Сразу. Сейчас исправим. Просто шнурок развязался, когда я прыгал. Да, все из-за шнурка, все. Надо добирать, да? Давай, мэн. Yeah. Сладко, сладко. Спасибо. А будет с опахов кабаром? Бля, ну попробуем. Это будет жестко. Ну я хотел только что на самом деле сделать попу-бар. Ну что-то, бля, меня остановило. Ну давай попробуем. Перевести дух. Оп, есть. Сразу понятно, Максим, да? Да. Максим просто не падал на лежачих полицейских, как я. А ну покажи. Давай поставим, вот это заклеил, типа, и тут бочина просто вся болит, пипец. Офигеть. Ты, походу, на здоровой скорости, да? На простом велике ехал, типа, на фиксе? Ну, типа фиксан, да, с одной передачей. Yes. А скорость была большая, да? Да не очень, типа, просто было темно и не видно лежащего полицейского. И типа я еду, кручу педали на расслабоне, типа руки расслаблены. Mm. Ну, я не ожидал, что типа такой подставы. И денег, типа, просто. Оп, хорошо. Что, Юрбас шоу помешал, да, велик поставил? Это нормально все будет. Стрём. Кого нет? Спарится. А, ого, что, сломался? Я его Игоря знал. Игорь сломался. Давай. Жаль. Оппозит. Раз круто. Не верю, типа, что у меня получилось.
важно то, что у тебя цепка порвалась. У Мартина порвалась цепь, поэтому он толкается. Сейчас едем на стритовый спот. С гавани все выехали, потому что в гавани неинтересно. Едем в стрит. Йоу, чуваки, сейчас у меня случилась такая тема, как... В общем, чуваки, со мной случился творческий кризис. Так как сейчас зима, на велике я не могу кататься, ничего делать не хочется, влоги нечего монтировать, нет материала, подписчики не растут, просмотров мало, лайки вы не ставите. В общем, очень долго рассказывать мои негодования. Но сегодня хотел вас попросить, чтобы вы прямо сейчас остановили это видео, поставили на него лайк и написали в комментарии вопрос, на который вы бы хотели ответить или получить ответ от меня. Все вопросы оставляем в комментариях, оставляю свой инстаграм-ник. Я когда буду зачитывать вопросы, буду говорить ваш инстаграм-ник. Ну, если вам так будет нравиться. Я отвечу на все вопросы, которые вы оставите в комментариях под этим видео. Так что задавайте интересующие вас загадки, тайны про меня, там, путь к про, все такое. Четкое бодрое исполнение, вау! За одним, один за одним. Opposite bar, Юрбас шоу, Ванетти бар и 360. Гилета, на это на Аркадии уже? Думаешь, подъехал? Гилета на Аркадии? Гилета, если ты видишь, это подъедет на Аркадии, потому что мы сейчас рядом ждем тебя. Надо в клуб сегодня сходить нормально. Оттопырить. А не, просто... Йоу, привет, жестики. Это мой видеоблог на YouTube. Короче, привет всем, это мой блог теперь. Мы с моим другом жестиком Вова Красиковым катаемся по городам, по районам Киева. Чувак, псих. Он тупо вялый сегодня, потому что он не дав буля, мне кажется. Ой, что-то сзади какой-то чел такой. Ну, это зеркало. Можешь прийти, да. Нормально. Я не знаю, просто мимо проходил какой-то челик такой. Ну, типа, кто это? Кто это, интересно? Просто монстр какой-то там. Монстр Energy Boy. Кепку на базаре, мне кажется, купил. Или значок пришил там. Йоу, чуваки, сейчас зима, но хотя зачем я вам рассказываю, вам и так это понятно. Но я решил помонтировать видосики с лета. С Мартином Шершнем, Супер Сусом, да-да, там дальше еще будет Супер Сус, мега тип, но не в этом суть. Сейчас будет видос, который я снял летом, вы могли его видеть у меня в инстаграме, если, конечно, подписаны. Вот мой инстаграм, Красюкового. Здесь я снял видео для волчьей стаи, это был онлайн-контест, за который давали деньги. Мне за этот видос потом скинули 600 гривен, типа прикольно, и дали жетончик. Только 10 людям дали жетончики, типа за эти снятые видосы. Мне дали, кстати, где он? Ну, не монстр. Монстр я выиграл на контесте в Харькове на джемчике. Вот такой вот волчья стая, медаль, жетончик. Ну, в общем. И сейчас я вам покажу этот видос. Ставлю его под бит Шершава, потому что он старается. Он хоть и хуйлан, но все равно крутой тип. Еще он тусуется с Якимом. Так что, блядь, быстро подписались на его SoundCloud. И SoundCloud. И дальше смотрите мой влог. Не, сначала посмотрите мой влог, а потом уже Шершава. Шершава и на потом. Это такой второстепенный персонаж. Ладно, смотрим видос. Вот его саунд. Ебой, Супер Сус! В метро! Мартин, ты знаешь? Я не верю, я знаю. Что ты, как дела? Ничего, нормально. Ты сейчас куда, на Заласку куда-то идешь? Нет, мы в машину идем. А, в машину? Что вы шли? Ебой!
Ставлю ставки, дойдем до машины или нет? Давайте. Ну, блин, быстрее на заднего штриха. Нормально, что? Бля, Мэлла, скинешь меня потом. Это супер СУС, чувак. Это пиздец, это реально пиздец. Вот блок продолжается. Хуяри все в дерьме такие, да? Но джойстики. Реально, идет джойстик, кричит СУС! Я не понимаю, что за хуйня, плюс стрючок зеленки, вон он стоит, блять, долбоёб. Штемп, сука, разный. Супер СУС. Джойстики, да. Кого в метро только не встретишь, пацаны, кого да. только не встретишь. Да кенты Мартина. Ну, метадоном уколол их с пятого этажа Сергей, нахуй, и пошли, блядь, по метро петь. Да, мы на рейве, братик, мы на рейве. Мы уже на рейве. Ищем нашу. Они уже танцуют, думаешь, где-то в середине толпы, может, уже? Знаете, кого мы в метро бачили? Мы в метро бачили Супер Суса. Знаешь Супер Суса? А там тип сзади, что СУС! За ним сзади по ней кричите, пизда. Мы ожидали метро по минут 10. Я скажу. Тебе говорил, нахуй. И пока спустимся, пока поднимемся, блядь. Вот метро наоборот, это быстрее. Ну да, не, оно было бы быстрее велосипедов там, но такси было бы быстрее, на самом деле. Ну, Вовчик, ты тут скрутили бигбоя. О, ого. Вовчик, а мы ты пацанами, что угостим тебе шмалью. Кого? Мелы, пошли на движку, заебал, надо поснимать тёлок. Это ты блогер? Не девать, вот ой. Это ты кореш кучера? Ну давай, ты можешь. Кучер байкс. Держит украинскую диаспору. Люблинский пряник. Вот давай, пошел. Вообще, ребята, привет. Два клуба мимо нашего ебала были закрыты. Сейчас мы врываемся на неизвестную движку. Такая, откуда-то ебашит, а хуй понятно. Да, просто идем на музыку, и вот да. в каком-то непонятном месте. Стрёмно, то, что нас либо завалят, либо мы сейчас найдем мамаш, разведем их на бабки. И все будет вот. Нет, там нихуя нет. Вот, давай идем сходу. Да? Идем вниз. Странников нет, значит идем да, быстро вниз. Нет. Поэтому мы сейчас... А может там никого и нет, а там... И нам поиграть. Мы уже зашли на какую-то тусовочку, он в лифте. Ну, покажи в лифте, ребята, неизвестная тусовочка. Что мы там будем делать, блядь? Тупо должны пас с длинными волосами, нахуй на широких штанах залетели, блядь. На серьезных, на байках, чисто где-то бедет. А тут же вы купали все такие в платьичках, в костюмчиках. Что будет, я надеюсь, там увижу мама, ну какую-то познакомлю, я буду в сраку и деньги заберу, еще и квартиру. Наверное. Здравствуйте. Добрый день. Подсосали мы хуй только что, блядь, вот и все. Все закрыто, там какая-то днюха, сейчас, в общем, какая-то... Да, у Марины вещь. Это, Марина Владиславовна днюшка только что, вот. Пацаны вышли, вот перед входом, только открывали двери, вот так же, вот точно так же, вот сейчас, вот, вот, смотри. Вот, точно так же открыли двери и нахуй. Все, и просто выходим. Ставки на спорт. Да, я думаю, что все, там никого не будет, на самом деле, вот, на выходе, там все, там, вот, сейчас вырываемся. Какой, блядь, шляпа, отсосная. Але якщо в якихось костюмчиках були, то могли пропустити. Да. Казали б, що ми на днюху. Ти мені кажеться, якщо ми зараз ще спробуємо щось знайти, то ми не йдемо. Блять, я ж тобі казав, говно! Смий, блять, за собою! Блять, говно! Смий, нахуй! Кому, блять, сказав? Йоршика мити. Пиздец. Що ти сказав про моїх батьків? Да, вот так вот мы проводим вечер субботы, когда нихуя движки нет. Пиздец. Уван. Реально движки нет, как долбоёбы носит. Это Киев. Это Киев Сити. Эй, скор, money now, скор. В общем, так мы проводим тоже. Вот это наш субботний вечер обычно. Как долбоёбы прошли 5 километров, не... Там мы ничего не сделали, в общем, вообще. Немножко этой смазки, блядь. Золотого Будды.
откуда, и все, блядь. А завтра день неизвестный, пацаны. Чтобы вы понимали, сегодня мы нихуя не стританули, мы нихуя не потусовались, пиписки не потрогали, и еще завтра мне отменили попутку, которая бы стоила 260 гривен всего. Поэтому залупа полная. Жесть, Тим, пацаки. Не застрял. Мы помогаем Богомолу. Не, он не застрял. Да? Он отпрыгнет, думаешь, если его коснусь? Давай. Бля, главное, не въебало. О, открылся. Видишь? О, смотри, он уже настроился драться, типа. Чувак, не надо, чувак. А он открылся. Я тебя ща от пизды. Марин, ты ж мальчик тендитный. Какой? Тендитный. Смотри, он будет драться, чувак. Приблизишься к нему, будет драться. Давай, уеби. Я что, не трогай, не трогай, не трогай. Я, я просто хочу посмотреть, взять его. Все, пошли, идем. Большой пока. Мартин Бой уезжает. Домой. Домой. Сумка, вещи, а я еду кататься. Классно тебе, братанчик. Попался маленький петушиный лифт. Давай, иди. Приехала таксишка Мартина. Давай, блин. Нет? Все, полетели. У меня пару минут. Стоп, все, брат, давай. Все. Давай, братан. Давай, спасибо. Время проведет. Давай, до новых увидимся. Встреч. Давай. Все, давай, всем мэн. Благ. Все. Удачи. Удачи. Голландцы лежат. Какой ебать, понял? Нет, его убило. Times Body в секунд, я увидел свою куртестику, Томми Хилфигер, прикольный. Он очень тяжелый, я сегодня первый день завоза, я решил его просто одеть и выйти. Я вышел, а пес остался на этот, в очереди стоять. И что было дальше? Я, короче, себе покупал штанисты, я в очереди, смотрю, типа, на меня раз посмотрели, два посмотрели, теперь раз говорят, где этот чувачок, который с тобой стоял? Я не знаю, это мой знакомый. Там меня там чуть ли не поканули из-за Вовчика. Это Вовчика не в куртка. Ну, куртка Томми Хилфигер Бой. В общем, такое. Так сейчас летим на хату, будем чилиться, а потом что-то думать. Я думаю, кататься поедем. Да. Супер скейт-парк Винница. Бой.